Ребята, всем большой-большой привет! Сегодня мы будем делать грудинку. Фаршировать ее сыром, укропчик, петрушка, чеснок. И в фольге, пергаментной бумаги, будем ее запекать. Для начала надо острым ножом, вот филейка целый, разрезать тоненько, чтобы не до конца. Вот, чтобы она была целая. Теперь мы вот это все сейчас посолим. Так, прямо втирая туда соль в середину. Прямо руками. Так. Посолим. Теперь надо хорошо петрушечки. Такой хороший пучок. Вот, 2 ложки сметаны сюда. Сейчас я поставлю. 2 ложки сметаны и столовую ложку вот этой горчички французской. Сюда же. Добавляем 3 зубчика чеснока, потертых уже. Сюда все это перемешиваем. Это вот так вот перемешиваем. Хорошо перемешиваем. Пахнет. И сюда добавляем грамм 50 сыра. Вот тертый сырочек у нас есть. Вот он. И мы его сюда. Тут грамм 150 ставим, потом посмотрим, может добавим. Все это перемешиваем. Делаем такую начинку. Еще надо. Такую начинку для курочки. Хотя это уже курочку эту уже делали. Как ни только не делали, не переделывали. Ну попробуем еще так. Вот, чтобы оно такое густое было. Так, этот весь сыр и пошел. 100 грамм. Сырка в середину, сметана, горчица и зелень. Все. Теперь берем нашу грудочку. Вот так вот сюда налаживаем вот это все, что мы натерли. Прямо сюда. Так, хорошо, напополам разделить на 2 части. Так обильно. И вот так ее закрываем. Вот, закрыли. Закрыли ее. И сейчас пергаментную бумагу. Бумаги будем ее, а то и так же самое эту делаем. Вот так мы упаковали нашу курочку в пергамент. Она так как в кастрюльке будет лежать. Верх мы смазали подсолнечным маслом. Потом мы ставим вот так вот помидорки сверху. Так, чуть нахлёст. Вот. Как раз хватило. Ладно, и помидорки хватает. Так, аккуратненько. Теперь посыпаем это все дело сырком. И сейчас будем отправлять в духовку. Запекаться 200 градусов минут 30-40, смотря какая у кого духовка. Все, отправляем в духовку. Ребята, вот наше филе с
начинка и готова. Мы одно оставили целое, второе разрезали показать, какое оно в среднем. Какое вкусное, ароматное, сочное. И филе. Все уже знают, как его делать. Но я вам передать не могу, как это вкусно. Совершенно все по-другому. Пробуйте, готовьте. Все очень хорошо получилось. Ароматно пахнет на всю кухню. Приятного аппетита. Всем пока-пока.